Привет, это канал Взлет, меня зовут Ольга. В этом видео мы с вами подробно рассмотрим бьюти-кейс, который приходит по акции Oriflame Exclusive. Когда я показывала чемодан, мне написали в комментариях, что эти продукты нельзя купить, зачем же тогда обзор? Дело в том, что люди хотят заказать по акции эти продукты, хотят на них посмотреть. И также потом, впоследствии, эти продукты дополнительно появляются в каких-то распродажах, и тоже люди ищут обзоры, чтобы рассмотреть, как здесь все устроено. Поэтому вот для таких зрителей и для всех, кому просто нравится смотреть обзоры, мой обзор. Приходит в zip-пакете. Мне очень нравится, что вот вся коллекция Oriflame Exclusive приходит вот в таком удобном пакете, потому что в этом пакете очень удобно хранить эти аксессуары. Итак, открываем. И здесь вот такая еще дополнительная, тонкая, очень такая, мне кажется, стильная и модная шуршащая бумажечка. Может быть, у этой бумажечки есть какое-то специальное название, но упаковано, согласитесь, интереснее, чем просто упаковывают аксессуары Oriflame. И здесь есть пометка заклеена. Это бумажка, кальчика такая, заклеена брендом Oriflame Exclusive. И также этот логотип бренда на всей вот этой упаковочной розовой бумаге мы наблюдаем. Бьюти-кейс горчичного цвета. Сама еще не разворачивала, вот вместе с вами разворачиваю. Есть маленькая ручка, очень красивый материал. Я его заказала, кстати, себе в комплект к чемодану именно для путешествий. Но позиционируется он как бьюти-кейс, как двухъярусный. Давайте вместе рассматривать. Здесь есть бренд Oriflame Exclusive. Здесь внизу тисненными буквами. И молнии железные. И сами язычки под розовое золото. Открываем верхнюю молнию. Смотрим. Вау. Здесь у нас отделение под кисти. Так как это бьюти-кейс, позиционируется под кисти. Но мне кажется, что если брать, например, такой кейс путешествия, то здесь можно класть, например, там те же документы, паспорта, билеты сюда можно положить. Но здесь есть резиночки, в которые вы можете засунуть ручки, если это путешествие, или свои аксессуары, если это бьюти-бокс используется у вас для хранения ваших аксессуаров для макияжа. А внутри здесь еще одно деление. Вот здесь какая-то картоночка. Слушайте, здесь столько всего много. Сейчас я достану. В ларце утка, в утке заяц, как обычно. Здесь у нас есть вот такая косметичка круглая. Я люблю такие прозрачные штуки. У меня есть такие косметички от других аксессуаров, но очень давно таких не было в Oriflame. А было бы круто, если бы вкладывали. Это такой кейс в кейсе для того, чтобы хранить дополнительно какие-то мелкие предметы. И всегда вот такая штучка очень удобная. Молния на ней одна, вот так вот как таблетка сделана, как шайба, вверху открывается. Смотрите, открывается вот практически полностью. Молния, кстати, именно вот эта пластмассовая. И в этой штучке, назовем так, мини-косметичке, лежит еще дополнительно ремень для того, чтобы носить этот бьюти-кейс на плече. То есть подразумевается, что носить мы его все-таки будем. Внутри подкладочная ткань темно-синего оттенка. Тоже логотип Oriflame Exclusive по всей этой ткани. И также логотип Oriflame Exclusive Stockholm внутри бьюти-кейса. И по бокам я вижу, тоже есть резиночки для того, чтобы какие-то продукты косметические мы могли вставить также стоя вот по бокам этого кейса. С двух сторон есть металлические детали для того, чтобы прикрепить ремень. Размер бьюти-кейса 19 на 22,5 сантиметра, а ремень целых 130 сантиметров. Вот таким образом бьюти-кейс выглядит на плече. Достаточно длинный ремень, но мне кажется, его удобно будет носить и в том числе через плечо. И кто-то из девочек мне написал, что в таких кейсах очень удобно носить технику, фотоаппараты, либо какие-то гаджеты, потому что он держит форму, этот бьюти-кейс, и удобно им пользоваться. На мой взгляд, симпатичный аксессуар из искусственной кожи горчичного цвета придаст яркости любой девушке. И если вы зарегистрированы в Oriflame, то вы можете получить его по какой-то из распродаж. Может быть, когда-то будет и в основном каталоге. Если еще не зарегистрированная, то регистрируйтесь по ссылке над этим видео, либо в описании к этому ролику на канале Взлет. Если вам был интересен и полезен этот обзор, то ставьте под ним лайк. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео и посмотреть его самыми первыми. Пока-пока!